Canon MF-418. Проблема, не захватывает слота. То есть можно поменять ролик захвата, а все равно клацает, клацает, вращает, вращает, но бумагу как ни мотал, так и не берет. А проблема вот в чем. Тормозная площадка, либо пластина, как ее еще называют. Только замена на оригинал. Любой не оригинал, переклейка самих пластин на тормозной площадке результата не дадут. Будет ролик захватывать, а бумагу брать не будет. Исключительно проблема только в тормозной площадке.